Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции, урока следующая. Рассеиваем инь-органы. С помощью точки ВЦ4 Гуань Юань мы можем рассеять, расслабить, убрать избыточную энергию, если органы инь воспалены, либо воспаляются, либо там много энергии, и они причиняют дискомфорт. Может болезнь никак не проявляться. Ну, допустим, в меридиане сердца много иньской, то есть много энергии. Что сердце воспаляется. Может, оно не болит, но тяжесть какая-то. С помощью данной точки ВЦ4 гуань мы можем расслабить сердце. Элементарно просто. Сосудистая система у человека воспаляется, относится к иньской системе, к иньским органам. Данную точку можно что? Расслаблять. Тем самым мы сосуды свои ваши расслабим все. Печень у человека воспаляется, селезенка с поджелудочной железой. Воспаляется орган легкие. Вот, пожалуйста. Воспаление часто в животе, потому что живот это инь, спина это янь. Нужно это тоже знать. Ну и, конечно же, традиционно данную точку можно применять, когда мы провели диагностику 12 меридианов и видим, что все иньские органы, либо меридианы, что воспаляются. Там много энергии. Нужно убрать эту энергию. Зачем? Чтобы не породить то или иное заболевание. Не дать, скажем, тому или иному патогенному фактору точку опоры. Чтобы он оперся об эту энергетику и породил то или иное заболевание. Тем самым мы почистили органы и меридианы. Элементарно все просто. Данная точка ВЦ4 Гуань Юань расслабляется. Могу ли я при заболевании сердца, которое вызывает воспалительный процесс, и это доказано восточной философией, не западной, потому что они разнятся. Могу ли я брать эту точку? Да. При частых воспалительных процессах в органах легких. Могу я брать данную точку? Да. Частенько печень воспаляется. Могу я брать эту точку? Да. Почки воспаляются у человека. Абсолютный иньский орган. Могу я расслабить данную точку и убрать воспаление почек? Да, можем. У человека живот часто воспаляется. И все органы в животе. И человек не может понять, откуда идет это воспаление. Можно с помощью данной точки расслабить живот? Да. Но разумнее, как всегда, традиционно, скажем, будет сделать диагностику 12 меридианов и увидеть, в каком состоянии иньский меридиан и яньский. Тогда эта диагностика будет вам в помощь. А точка сразу же даст вам результат. Вот представьте, мы сняли диагностику 12 меридианов, и все иньские меридианы и органы воспалены. То сразу с помощью расслабления данной точки мы можем что? Убрать это воспаление. И человеку сразу станет что? Легче. А потом добиваться полностью убирать этот избыток, который порождает те или иные болезни, либо то или иное дискомфорт. Спасибо за внимание.